Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 133. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 22 апреля 2016 года. Ну и дальше, какой у нас эпиграф взятый, вот говорили об этом, что я нигде не бываю, а на свой форум. И по сегодняшний день, то ли люди не считают, то ли не знают, то ли модераторы не говорят, не знаю. Они берут оттуда, ставят на наш форум, я отвечу, теперь они это обратно уносят, ну и много теряется, сотни писем теряются. Вот посмотрели, а теперь нужно краткое содержание дать роликам, особенно вот утренние, которые, о чем, на какой минуте. Просчитали, посмотрите, нужна помощь. Были одно время, человека три начали делать, и вдруг все засохло, почему, неизвестно. Ну и вот это вот так и остается, чтобы кто-то в них серьезно переделал вот такие позиции. PDF, там, чтобы можно было другим считать. Ну идут у нас занятия по скайпу. Заранее нужно Сергею позвонить. Это, видимо, летом их не будет, но сейчас вот идут они еще. Считаем. Александр Марьясов. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Еще в Святой Библии говорится, что первенцев отдавали Богу. Игнатий Тихонович, у меня это вопрос к вам. Непонятно. Вопрос по всем сказать. Делать жертвенник, ну что тут объяснять не надо? И никто не знал, и толкования не давали, сказали делать, и все. Не делать, чтобы никакого шума не было. У нас это принято, даже целлофановые мешочки не заносить, чтобы в храме шума не было. Все. Это создает шум, отвлекает, и кроме того, когда люди бьют, то может и по пальцу съездить, и заматюгаться даже. Поэтому не делать этого, не делать, и весь сказ. Никакого объяснения на это нет. И когда по ступеням сходишь, значит, люди-то, одежда-то была такая, не было у них там трусов и прочее, даже удивительно, как жили. Ну и у женщин также было открыто все, совершенно открыто, подол подними, совершенно голое. И поэтому, если он поднимался на высоту, почему, если на лестницу лезть, то первый лезет мужчина, а потом женщина. А когда спускается, первая женщина, чтобы он под подол-то не заглядывал. Ну теперь-то разницы нет, она только что увидала трусы какие у ней. А тем в брюках идет, она вообще, это не касается. Касается той одежды и того состояния. Дальше. Михаил Домнич. Да, первенцев отдавали Богу. Посвящали, отдавали, значит, посвящали. И поэтому за них там что, платили, не платили, какой порядок был, надо смотреть. Ну, это мы вчера читали. Михаил Домнич. Мир вам, братья. Сегодня 5 утра Бог дал возможность посмотреть номер 28. Занятие по Теряевке. Это что, было уже? Было. Ну, значит, проскочило. Да. Да. Хлопцы жреца на скачках это было? Да и про Савченко тут был, он сказал, что как да. Савченко и все. Было, да? Ну было. Давай дальше. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Все верно подмечено в вашем слоге. Я читаю ваши стихи, и в них видно прежде... Подожди, вот это там прочитал, нет? Ой. Че ты пошел? Так, Игнатий Тихонович, дорогой, после увиденного в этом ролике... Вот показывает ролик. Ник... Там шарий такой говорит. Я не знаю, ничего у него нету. Шарий, там что-то гляжу, посещения какие. Он говорит, где-то берет что-то, как-то пытается как-то говорить, как будто политика что-то знает или что-то. Ничего там нету. Я никогда туда не захожу. Посмотрел этот ролик, ничего там нету. Совершенно ничего. Тут сказали, надо было сказать в Америке так. Сравнивать надо было с Украиной, не знаю. То есть совершенная пустота, стопроцентная. Посещают до полмиллиона в один день. Ой, на... Ну, после этого ролика к Никите вопросы все снимаются автоматически. Я тоже не понял, почему, какие вопросы, что снимается. Ну, в смысле, что я, видимо, уехал из Украины, как бы. Боже мой, на кого ты оставил Украину? То Бог оставил Украину, или ты? Когда говорится в Библии, Боже мой, то Господь, а Христос обращается к Отцу Небесному. Но если понимать так, годится. А это к тебе, не знаю я, не могу ответить. Александр Марьясов, мир вам, Игнатий Тихонович. Все верно подмечено в вашем слоге. Я читаю ваши стихи, и в них видно прежде всего переживание. Переживание за определенный круг людей, с легкостью, а скорее с безразличием, относящиеся к вере. Это больше относится к тем, кто должен поучать и наставлять.
кому самим Господом предначертано нести благую весть, а они бегут в мир, заигрывая с ним. Именно так. Мне очень нравится ваше стихотворение «Мы не случайно здесь», написанное в тюрьме Барнаула 22.08.1986 года. Я вообще размышляю так, если бы ваш томик стихов был более доступным для прочтения многим людям, которые даже не знают о вас, то многим был бы огромный повод задуматься после прочтения такового, поглядывая на плоды своего определенного промежутка жизни, задав себе вопрос, а кто я в этом мире и зачем я здесь? Братьям Володе и Никите низкий поклон, спаси Христос. То есть, я взял немного, ни с сайта, ни со скайпа, ничего нету. Ну и посмотрим, что у нас здесь. Это вот в моем мире моя страница. Сюда я переношу все, что есть в Ютубе. Вот. Кроме того, у нас форум есть. И вот задает один. Узнал, кто это? Да, считай. Сергей Буйнов. Здравствуйте, Игнатий Лапкин. Наткнулся на канал в Ютубе. Какой-то канал. Ну вот канал какой-то. Канал про то, как врет Путин. Я вас очень уважаю. И полагаюсь на ваше мнение, что вы думаете об этом проекте? Совершенно не думаю. О проектах правительственных я буду сидеть и думать сейчас. Вообще. Ну что я буду думать даже, что сосед строит и что он делает? Даже соседа. А я буду думать о правителе, где у них там и скрытые пружины, и что они делают, и во всемирной организации, там, может быть, масон это делает, я буду думать. Еще об этом думать-то? Во-первых, пользы никакой, и думать не надо, только молиться написано. Молитесь за начальствующих, за царей. Все, это не надо, это праздный вопрос, Сергей. Думать надо о моей душе. Не надо это, запретная тема. Какие-то одноразовые стадионы путинские. Ну, делать что-то, проект это другое, это больше ничего и нету, видимо. Или еще тут есть? Есть. Ну, давай посмотрим. Вот так, теперь, что тут он пишет? Дмитрий Макиенко. Макиенко. Здравствуй, Игнатий. Вот я посмотрел твои ролики и увидел, что ты укоряешь кого-то там, приводя как достоинство возраст свой. Разве сказал бы он такое Аксакалу? Твои слова, я не оправдываю его. Твои слова, я не оправдываю его, но тебе хочу пояснить, очень много вреда принесено всего одним заблуждением. Называть... Ну, тут понятно, что на вы, некоторые говорят, на вы. Принято такое обращение, вы, чтобы не говорили, а ты. Но ты еще не знаешь, еще наткнешься. И вот в заключении бывают они между собой, прямо упрекают. И один сказал ему, ну ты сам-то, ты меня на ты назвал, а оба уголовника, там по 5 ходок у каждого. За это ты тебе голову могут снести. И вот на вы, а к Богу не обращаемся, к Богу не обращаемся, у людей это принято, другое нет. А это вот вы, я вижу, что ничего нету. Нету. Он ничего не может сказать больше. Мне не один уже так говорил это. То есть это или пропитый ум, или еще что-то, не знаю. Ну и вот наш видеоканал. Вот он какой. Тут у нас много видеороликов. И вот сейчас мы приступили еще к одному делу. Вот здесь, если нажать на главное, то у нас здесь идут жития святых. Вот, можете еще прослушать. Я их насчитывал когда-то. Вот, а теперь это можно слушать. И у нас есть еще сайт. Вот где. Вчера мы приступили к озвучиванию вот этих 4124 ответа на вопросы. Пока первая тема «Бесы, колдовство», Библия. Что интересно, кое-что не знаешь. Вчера вот я первую тему проработал. Вот ткнул оно, видишь, сразу открывается. И оказалось в теме, я не знал, сколько там вопросов я отвечал, оказалось ровно 66. В общем, удивительно так, цифра такая выскочила. Я и не знал, как вопросы поступали в университетах, где я вел занятия. Там этот и есть. Ну вот на этом-то и все на сегодня, коротенькое. Сразу приступим сейчас. Новые ролики будут составлены по этим темам. Закончим дальше о Библии, богослужение. Вот так будем идти. Но они бывают большие и коротенькие. Большие так и будем ставить, а коротенькие ответы и представлять. Все, пока.